Мы им ранобати. А с 2 до 4 у вас встреча здесь в офисе? Отмените. Мымра, про меня не спрошу. Пусть ко мне зайдет Новосельцев. Это какой Новосельцев? В том-то и дело, что никакой. Только с мальчишками не целоваться. Не буду я губы накрасивать. Опять? Необязательный. Принтер не отвечает. Вот даже принтер не отвечает. Да здесь у вас вообще никто ни за что не отвечает. Тряпка. Ох, как сейчас. Руки вверх! Кто меня такая? Знаете, если вы способны еще плакать, то не все потеряно. Ты был когда-нибудь одинокой женщиной после 30? Нет. А что ты тогда, Толя? Она не мымра. Барсучок, мы вчера только пили, да? Только пили, да? Эти выходные вообще были самыми странными, но, пожалуй, самыми счастливыми в моей жизни. Иду по улице, все люди оборачиваются, смотрят на меня. Такое ощущение, что все про нас все знают. Уберите руки с моей этой. Нет у вас там никакой этой. Сейчас это сомнительный комплимент был. Акула всегда ищет добычу. У акулы нет друзей. А почему возникают финансовые кризисы? В этом виноват тоже я, да. Юр, а я одна. Я думаю, ты поправима. Юрий Григорьевич, здрасте. Вызывали? Вызывал. Из новой коллекции, между прочим. За родину, за Фиделя. Это не Фидель, это Че Гевара. А я вас знаю. Вы мымара. Папа ездил к вам в Турцию, чтобы стать начальником. По-моему, я вам не безразличен. Что вы издеваетесь все время? Я не могу вас раскусить. Не надо меня кусать. Вы недостаточно трезвы. Что у меня трезвы? Мне подарили шоколадку с перцем. Весело на входе, весело на выходе. Пап, а ты влюбился? С чего ты взяла? Ну, женщина, это чувствуем.